Ребята, которые перешли в 5 класс, мы им предлагаем всем участие в конкурсе «Большая перемена», проверить себя, свои силы, познакомиться с новыми людьми. Опыт у нас участия будет 3-й раз. От планетария участвовало порядка 30 обучающихся, 3 из которых отправились в Артек, и 3 стали победителями. Первый этап это состоял из видеовизитки, надо было рассказать о себе и своих увлечениях. Потом мы решали тесты на коммуникацию, эрудицию, на разные компетенции. Потом в Артеке также проходил финал, нас распределяли по командам, и мы решали проблемы какой-то области. У нас была область Луганск, и мы предложили построить там железные дороги, всякие разные заводы. Ну, наша команда почти вся выиграла. Каждого отдельно оценивали, как коммуницирует, общается с командой, проявляет себя в деятельности, насколько развито логическое мышление и творчество. Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта образования и входит в линейку платформы «Россия – страна возможностей». Все это по инициативе нашего президента. В этом году планетарий вошел в топ-5 учреждений дополнительного образования и получил грант от конкурса в размере 2 миллиона, которые мы решили потратить на интерактивный экспонат. Вот примерно выглядит он так, но это еще проект. К нему предполагается такая тумба, где будет закачана программа и будет несколько блоков. Мы начали с 2 блоков. Итак, приходит посетитель, видит экспонат и нажимает кнопку «Пуск». На экране появляется и живым голосом с приветственным словом обращается сама Анна Юрьевна Кикина. В тумбе будут закачаны программы. Посетитель нажимает, и появляется несколько блоков. Планеты Солнечной системы, экзопланеты, туманности, астрономы, первые открытия и так далее. Вопросов будет множество. И мы по принципу выбора выбираем нужный нам либо интересующий вопрос. И на экране появляется в формате 3D-модели. Это будет все двигаться вот на вот этой вот стеклянной основе. Ответы на интересующий вопрос. Анна Юрьевна видеообращение уже приезжала и записала. Поэтому новые интерактивные экспонаты мы ждем к 12 апреля, к Дню космонавтики. Мы рады, что своим трудом предоставили посетителям познакомиться с этим аппаратом, узнать что-то новое о планетах, о космосе. Я очень рада, что я смогла помочь. Конечно, все сказать, что это я там прям сама сделала, но все же я внесла свой вклад. Национальные проекты России по решению президента –